серце відкрите. Ці дуже стараються допомагати друг другу. Я думаю, в зв'язку з тими обставинами, мені кажеться, всі стали більш іскреніші і добріші. Ну і сочувствие, да, співота з'явилося гораздо більше. Робити все так, щоб, допустим, другому не причинити вреда. Якщо ти робиш добро, значить твоєму там собеседнику или соседу, или Бог знает, кому тоже будет хорошо. Даже взгляд. Вот посмотришь на человека, он уже чувствует. Или на тебя тоже посмотрели, по взгляду сразу можно определить. Человека, что у него на сердце. Или он с добром, или он с ненавистью. Особенно сейчас. Это ярко очень проявляется. Я работаю со студентами, так что все это очень хорошо. Чи можете ви відповісти, що для вас є добрі справи? Девочек покормить. Девочек покормить. Выйти в парк на радость себе по понедельникам на выходные. Животных люблю. Вот раньше были коты на улице, а вот теперь в парке девочек нашли, то к ним ходим каждый день. Прям каждого дня? Я имею в виду по понедельникам, да, по выходным. Коробочка орешков. Люди такие, они поддерживают друг друга, многие там дверь придерживают. Я заметила, очень такие доброжелательные люди. Нам очень нравится здесь. В Одессе, да? Да-да, что мы сами не местные. А откуда вы? Николаев. Это постоянно происходит. Я же говорю, что это вот в мелочах все. Продержать дверь, помочь пожилому человеку. Видела, как бабушку, как ребенка взяли, так на ручки из троллейбуса помогли. Это очень приятно. Да, раз детства это у людей так вот. Воспитание такое, что именно вот здесь такая атмосфера, такое вот доброжелательные люди. Добрые дела. Любое дело надо делать доброе. Такое по мелочи. Уважать, помогать, идти навстречу. Это уже доброе дело. Позитив создавать человеку. Так что такое дело. Думаю, что большинство так. Очень много таких склонных, позитивных людей, так что иначе не может быть. Людям, вот, що сказати, квіти вирощувати, тварин, теж любити, оберігати, вчити дітей добру. А скажіть, як часто ви ось робите добрі справи? У нас 5 онуків, то ми робимо це кожного дня. А що саме? Гуляємо з ними, старший у нас в інституті вчиться, остальні маленькі ще, і з ними гуляємо, розвиток. Повышаємо розвиток, показуємо, як треба творити добро, допомагаємо їм вчити, як треба любити природу і оберігати її.